Всем здравствуйте. 31 декабря сегодня. По старой доброй традиции с Вороном поехали по Саванцам. Но решил я на один все-таки заехать. Подарки у меня были приготовлены на два. Ставлю я на одном. На улице у нас за 20. Ветер, в общем, я пока до ближайшего ехал, задубел. А зверь здесь вот ходит. Осинные есть. Тропки. Свежих нету. Ну прям чтобы свежие при свежие. Вот так вот он выглядит. Вот так вот, вот так вот. Ворон мой. Холодно, ага. Думал, доеду все-таки до второго. 20 килограмм соли у меня. Думал, на один 10 завезу и на второй 10. И что-то никого. Будет потом потеплее. На второй съезжу отдельно. Хороший такой следышек. Встречал свежие следы. Вчерашние осинные. Тройка ходит. Камеру не доставал, блин, холодина. Сейчас, в общем, побегаю, согреюсь, высыплю и поедем мы с Вороном домой. Время уже 1 часа дня. Сам замерз. А еще болею. Так что не буду ухудшать свое самочувствие. И ноги замерзли. И сам что-то продувается. Не по погоде, как называется, оделся, видимо. Но это радует. Я думал, здесь зверя вообще нету. Либо так, единичные следы. А зверь-то, оказывается, ходит. Соли здесь уже не было. Осенью у меня эта ловушка стояла. И я тут вообще, как бы, краешки были, вот они, видимо, землю тут была перерыта. Я тут не был 3 месяца. На том саванце-то у меня соль еще лежит. Этому уже, наверное, 5-й год. Завозил я первый раз сюда соль ворона. Нет, ворон у меня был, но я на нем еще не ездил. Я завез зимой, а его уже весной обучал. В конце зимы. Температура была. Так что вот, грубо говоря, 5 лет, да, солонец зверя больше ходит. Ну ладно, будем гостинцы оставлять. Ну все, в общем, так вот посыпал половину вот сюда между бревешек специально, чтобы не так все они вытоптали. Ну и все, погоним сейчас Ворону в сторону дома, потом праздники съезжу на второй солонец, туда соли завезу, и рога там я, который находил, осинные, привезу домой. Просил у меня один из подписчиков ему их подарить, рог. Я ему пообещал, привезу, видео выложу. Не помню сейчас имя с фамилией подписчика, так что потом адрес нужен будет. Ну, до этого еще неделька, и после праздников отправлю. Пока такие планы. Ну как-то так. Всех с наступающим. Главное — здоровье. Ну, остальное все приложится. Я думаю, как-то так. И пользуясь тогда сразу случаем, есть у меня одна просьба к зрителям, либо моим подписчикам, или те, кто будет первый раз смотреть это видео, сделать перед Новым годом одно маленькое доброе дело. Никаких оно там трудозатрат физических, финансовых, либо каких-то других не понесет. Есть у меня подписчик, ведет свой канал. Зовут Александр, называется «Под прицелом». Есть он у меня в рекомендациях. Если с компьютера кто заходит, след большой довольно, то
там с правой стороны, как раньше у меня было. Сейчас я не знаю, конечно. Вроде так и должно быть. Там борода рекомендует, по-моему, 3 канала. Ну, в общем, если кто с телефона, то на моем канале надо нажать, там вкладка каналы, там тоже откроется. Ну и ссылку сделаю в описании. Ну ладно, ближе к делу. Он еще с полгода назад, может чуть-чуть поменьше, выкладывал видео, что как наберет 1000 подписчиков, разыграет котелок. На сегодняшнее утро, перед тем как мы с Вороном поехали, сейчас у меня связи нету, зайти проверить бы, например, у него было 950 подписчиков. Думаю, 50 подписчиков несложно бы ему добавить. Канал, в принципе, с такой же тематикой, как и у меня. Думаю, найдутся те люди, которым он будет тоже по душе. Ну, вот такая небольшая или просьба, или пожелание. Может быть, хотя бы не 50 человек откликнется. Даже 10 пускай, да даже 1-2, и то большое спасибо сделаем Александру перед Новым годом подарочек. И он в свою очередь разыграет котелок, еще сделает кому-то приятное. Ну вот как-то вот так вот на этом буду заканчивать. Косуль не знаю, я думал, косуль дорогой поснимаю, но убегают все далеко. Ну и погодочка, ветер еще сильнее, не знаю, градусов, наверное, 25 вообще уже на улице, по ощущениям, хотя к завтраму потепление к 5 должно быть. Ну ладно, всем пока, всех с наступающим, счастья, здоровья, всем добра, пока. Хожу сейчас, облизываюсь, думаю, что за вкуснятина, это сопли, оказывается, такие вкусные. Есть плюсы от бороды, от усов, когда в лес ездишь. Когда кто-нибудь спрашивает, зачем, говорю, в лесу живу, много времени провожу, дома чаю сладкого или компота попил, хлеба поел, и полдня потом можно усы облизывать сладко. Ну и крошки с бороды доставать. Да, Ворон? Так, Ворона хлебом угостили, ну все, погнали мы. Путь дорожку в сторону дома. Буквально отъехал от Саванца. Метров, наверное, 500. Ехал полем, он увидел темные пятна. Они уже стоят на меня, смотрят. Блин, ветка мешает. И ветер практически на них. Ворон, не толкайся. Сейчас попробую ближе или поворот подвести, чтобы за веток выйти с Вороном. Получится. Интересно, он чем этот лось занимается слева. Вроде с рогами. Иду сзади Ворона. Не знаю, что-то сейчас камера ошибку какую-то выдала. Карта несовместима. Сейчас вроде начала писать. Да, да, да.
кажется. Там вроде еще где-то один лежит, что ли. Или не вижу чего-то там. Вроде тоже ось. Ворон увидал. Это. Ворон-то не привык у меня так ходить. Либо верхом, либо когда я спереди. Еще лежит, я так понимаю. За качество, конечно, извиняйте. До них осталось. Ну чё, Ворон, ничего себе, да? Сейчас шаги сосчитаю. Замерзли. В общем, вот тут они были, 74 шага. Да, Ворон? Нам столько не вывести с тобой за раз было бы. Так, ладно, поехали мы домой, батарейка почти все. Ну вот так вот. В общем, интересно все-таки поездка. Интересно, новогодний подарок лес мне подарил. Хорошие кадры и впечатления, и ощущения.